Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхам, и сегодня у нас реакция из Пуэрто-Рико. С нами будут хорошо нам знакомые Франциско Замора и латиноамериканский певец Норберто Велес. Всем приятного просмотра. Знаешь, сейчас какая-то мода пошла. Делать реакции. На что-нибудь. На музыку или на видео. Или на фильмы. Да, я в курсе. И публиковать в социальных сетях, на Ютубе и так далее. Вот и я. С недавнего времени решил делать реакции. И моя первая реакция была на певца, который сразу же меня впечатлил. После этого, к моему большому удивлению, людям очень понравилась моя реакция. Совсем недавно у меня на подкасте был гость, тенор. Пуэрто-риканец Джоэль Приета, который, кстати, гастролирует по всему миру и поет классическую музыку. И, конечно, лирическую музыку. Я воспользовался такой возможностью и предложил ему сделать это. Я сказал: «Слушай-ка, а давай запишем видео, в котором вместе будем делать реакцию на выступление этого артиста». И у Джоэля получилась потрясающая реакция. И так как сегодня ты у нас в гостях, а ты у нас парень беспристрастный, такой честный и прямой. И который может все испортить своими разговорами. Да нет, все будет хорошо. Мне бы хотелось думать, что ты никогда не слушал этого певца. Если ты уже слушал его, то я прошу тебя, пожалуйста, скажи мне. Конечно. В этом нет ничего страшного. Мы посмотрим это вместе. Но я все-таки надеюсь, что ты и понятия не имеешь, о ком мы сегодня будем говорить. И чтобы понять, знаешь ты его или не знаешь, я назову его имя. Димаш Кудербиген. Нет, вряд ли я его знаю. Вот и славненько. Димаш — это певец, которому почти 27 лет. Он из Казахстана. Я хочу воспользоваться этим, что... Откуда? Это страна, которая находится между Китаем и Россией. Вся эта территория раньше называлась по-другому. Эта страна входила в состав СССР, который позже распался, как Югославия. И сейчас эта страна называется Казахстан. Откуда этот молодой человек? И вот Димаш едет на конкурс в Китай в 2017 году и выигрывает его. Как-то раз из моих уст кое-что прозвучало неправильно. Я допустил ошибку, сказав, что он из Китая. На самом деле он не китаец. Я говорю это, потому что для многих людей это очень важно. Это все равно, что сказать, что я венесуэлец или доминиканец. В этом нет ничего страшного. Но так-то я вообще не тот и не другой. Я пуэрториканец. Он очень сильно любит свою страну. Поэтому это было очень важно озвучить. Я хочу, чтобы ты послушал песню «Селин Дион» в его исполнении. Этот парень поет на 5 языках. Мне кажется, я уже видел его. Походу, я понял, о ком ты. Возможно. Это выступление с конкурса в США, где он исполнил эту песню по-своему. В общем, я включаю. Давай, давай. Мне уже не терпится, чтобы ты его послушал. Для начала посмотри, во что он одет. Такой эффектный золотой наряд. Да, это сразу видно. Добавь-ка немного звука. Благодарю. Здесь пока мало голоса. Это уже поп-стиль. А это его родители.
Боже мой, это, наверное, было больно. Смотри, он все еще поет. Сейчас, сейчас. Он на коленях. Как? Ну как? Сейчас будет еще. И добивает нас вот этим эффектом. Ну и на пасашок. Ядрит Мадрид. О боже! И даже больше. Согласен. Я хочу, чтобы ты сказал этому парню, что он просто космос. Вот веришь, нет, мне все о нем так говорят. Ну а как еще? Я вот что еще хочу сказать. Здесь-то все очевидно. Сценическое обаяние и техника. Я говорю о том, что он, по сути, худенький паренек. И на сцене это не особо видно, но оказалось, что в нем почти 2 метра росту. И слово «худой» очень обидно звучит для некоторых людей. Он же и вправду худоватый. Да, но я не говорю это с каким-то пренебрежением. Тем не менее, я думаю, что с такой мощью в грудной клетке, которой он обладает, он выглядит совсем небольшим. Да, он совсем не широкий для такой силы. Как это вообще может быть правдой? Чтобы такой хрупкий паренек пел вот так. Вот это же и самое невероятное. Сейчас мы просмотрим еще одну песню. Она тоже на английском языке. Я очень люблю эту песню на разных языках. На любом языке эта песня звучит прекрасно и мощно. Это песня года Лайонела Ричи. Я уверен, ты знаешь ее. Я также хочу, чтобы ты обратил внимание, как этот парень завораживает весь зал. Что он творит с аудиторией? Это живое звучание. Переходит с низкого и среднего голоса. Понятно, что это за песня? Конечно! О, просто шикарный вокал. Вместо того, чтобы сказать «я люблю тебя», он сказал что-то на другом языке. Это, наверное, было что-то на мандаринском или китайском языке. Это, похоже, было на конкурсе. Я хочу, чтобы ты следил за веной на его шее. У меня к тому же все полопалось бы. Точно. И это говорит о том, что этот певец поет на грани человеческих возможностей. А вот и он. Это что-то вроде мантры. Не так ли? Какие-то напевы. Он поет по-своему. Он словно в состоянии медитации. Господи! Это вена. Какого Хуана? Это еще раз показывает нам, сколько мощи у него в грудной клетке. Меня не перестает удивлять публика, которая полностью под его чарами. А еще он сам себе хор. Да чтоб его! Как? Ну как?
полный век. Сильно. Он на коленях. Все, с меня хватит. Надеюсь, у тебя больше нет певцов. Нет, на этом все. А сейчас он поет так, будто на ушко тебе шепчет. Это уже развязка, и это звучит очень нежно. И заканчивает это на вздохе, чтобы на всякий случай показать нам, что он живой человек. Ага, я тогда вообще авокадо. В Пуэрто-Рико есть такая поговорка. Ты – это целый мир для другого человека. Этот парень... для меня. Каждый раз демонстрирует высший класс в сценическом и вокальном мастерстве. Согласен. Это космическое пение. Это определенно что-то неземное. Я хотел бы сказать, что нет смысла сравнивать его с кем-то. Этот парень совсем на другом уровне. Вот, например, Луис Мигель. У него тоже был глубокий голос снизу доверху. У него тоже был мощный. Но проблема в том, что этот парень поет намного выше. Не-не-не, тут я вообще не спорю. Этот летает вообще куда-то за небеса. Я об этом и говорю. Это было прям очень высоко. Короче, это было... это было выше крыши. Это выше всего. Мне нужна передышка. Хорошо, я рад, что открыл для тебя этого артиста. Теперь ты можешь найти его музыку. Напиши мне, пожалуйста, его имя, потому что я честно не понял, как его зовут. D-I-M-A-S-H, Димаш. И запомни, он не китаец. Все-все-все. Он казах. Так точно, он казах. Очень хорошо. Ну и как, тебе понравилось? Надеюсь, он вдохновляет тебя так же, как и меня. Это определенно что-то новое для меня. Вот и славненько. Спасибо. Пожалуйста. Всем спасибо за внимание. Очень обожаю этого дядечку, Франциско Замору. Подписываемся на наш Телеграм. Нас уже почти 2000 в Телеграме. И скоро я буду делать новые заставки и... делать новые переводы, которые запрещены на Ютубе, и публиковать их прямо в Телеграме. Всех люблю, всех обнял. Пока!